Добрый вечер, добрый вечер. Вау, сколько людей, как приятно. Я даже не посмотрела в зал, когда вышла. Только сейчас это поняла. Как вы поживаете? Не очень, да? Давайте, как вы поживаете, ребята? Еще воскресенье. Надо успеть порадоваться. Я сегодня вообще очень счастливая, потому что делю сцену с такими крутыми людьми и музыкантами. Я хочу сразу их представить. И, пожалуйста, не скупитесь на аплодисменты, потому что это действительно... Ну, вы сами все услышите. Лев Трофимов. Артем Тильдиков. Александр Кульков. И Артем Баденко. Меня зовут Алина Ангибаран. Мы открыли сегодняшний вечер с композицией «Pulse of the Day». И мы продолжим с, наверное, одним из немногих неоригинальных произведений на сегодняшний вечер. Называется «I'll be around». Just know where they
Спасибо большое. Ребята, у вас все хорошо, правда? Да? Отлично. Ваше настроение для нас очень важно, на самом деле. Следующую композицию, которую мы сыграем, она называется «Little Girl», «Маленькая девочка». И была она написана после того, как я пожила немножечко в Нью-Йорке и увидела, какой там хаос. На самом деле, чуть-чуть похоже на Москву в какой-то степени. Кстати, я там людей не вижу, поэтому сразу со всеми поздороваюсь, кто там сидит, извините. В общем, и был такой хаотичный очень день, и я помню, что я зашла в поезд и обратила внимание, напротив меня сидела очень маленькая девочка, ей, может, года 3 было. И она все время на меня смотрела и улыбалась. И я думала, боже, как это круто, что дети еще не испорчены какими-то мыслями, проблемами, суетой и так далее. И они могут улыбаться без причины, и меня это прям заставило плакать. И я пришла домой и написала эту песню именно о том, чтобы люди могли сохранить эту чистоту, несмотря ни на что. Little girl.
the sun comes up, I think about you. The morning cup, I think about you. I love you so, or am I losing my mind? The morning ends, and I think about you. I talk to friends and think about you. And do they know, or am I losing my mind? All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand and still think about you. Spend sleepless nights and think about you. You said you love me, or were you just being we'll be right back.
soul in your assertions and the virtue in your plan. I want to go back to a time where you really spoke your mind. I wish it was back then, because I really miss my friend. На самом деле мы первое отделение сыграем достаточно коротким. У нас будет два отделения сегодня. Сейчас мы сыграем последнюю композицию, перед тем, как мы возьмем, может, 10-15-минутный перерыв. Как у вас дела? Все хорошо? Нормально все? Представлю, что до этого происходило. Это тоже была оригинальная композиция, но интро было позаимствовано от одного из моих любимых композиторов, Стивен Сондхайм. Называется это «Losing My Mind», и оно плавно перетекло в композицию, которая называется «The New You». И закроем мы отделение одной из композиций, которая еще не была выпущена, и называется она «Who Could Tell Me». Это песня о расставании и о том, как люди не всегда честно себя ведут, наверное. Вот.
Who Could Tell Me, потом маленький перерыв, и мы вернемся вместе с Львом Трофимовым. Давайте чуть-чуть активнее, активнее, не стесняйтесь. Лев Трофимов! Там будете. Артем Тельников! Александр Кульков! Артем Воденко! Who Could Tell Me? Tell me whether he loved me or not, when I would cry, worrying about our distance and growing apart, silently waiting for me to give up on my part. Who could show me where do I time felt right, 'cause life is long. Then you came and told me something is wrong. I remember you told me that you knew my heart, and then you promised that we'll never ever be apart, 'cause our love was so bright. You told me you always will be by my side, and then you wish that you could give the world and more to me, because you love me. Was that true? Why would I believe you? Who could show me what made you disappear? I will wipe my tears, 'cause instead of trying to solve it, you just leave. I guess I'll just have to get used to what it is. Who could tell me? Why couldn't we figure it out? I can't forgive that instead of trying to solve, you just leave. Unconditional love was something you couldn't give. Remember you told me that you knew my heart, and then you promised that we'll never ever be apart, 'cause our love was so right. You told me you always will be by my side, and then you wished that you could give the world and more to me, because you love me. Was that true? Well, I remember you told me that you knew my heart, that we'll never, ever be apart. Told me you always will be by my side, and then you wish that you could give the world and more to me, because you love me. Was that true? Спасибо большое. Мы возьмем коротенький перерыв и вернемся с очень много музыки. На русском сказал.
Yes, I know that. Thank you.
большое. Добро пожаловать на наше второе отделение. Как вы себя чувствуете? Все хорошо? Хороший перерыв? Отлично, отлично, отлично. Мы начали с композиции, которая называется «Between AMs». И многие меня спрашивают, что это значит. Я вам скажу, что это значит. Я написала ее где-то в районе 3:30 ночи. И хотела назвать ее 3 AM, просто чтобы не писать там 3:46 и так далее. Но у Thundercat, у них есть песня 3 AM. И потом думала, ладно, назову 4. Оказывается, у Хэбби Хэнка есть 4 AM. Так что «Between AMs» между этими тремя и четырьмя часами. И продолжим мы с композицией «Doesn't seem so real». Не-не-не, все. There's nothing left inside. Now the air is filled with confusion. I know the way I feel. Doesn't seem so real. Thank you.
Это было «Doesn't seem so real». И дальше мы продолжим с композицией, которую... Я не помню, если мы ее когда-нибудь играли живьем или нет. Кажется, да, может, нет. Один раз играли, да. Называется она «So in love». Как вы догадались, это песня про любовь. Про любовь, когда ты пытаешься человеку сказать «Открой свои глаза», ведь она такая сильная. Да, «So in love». Thank you.
Как вы поживаете? Такие все. Здорово, здорово. Сейчас мы точно сыграем новую композицию, которая тоже не записана. Тоже о любви, больше, наверное, об энергии, когда ты пытаешься достучаться до своего партнера, и чтобы вы были на одной энергии, так скажем. Вот, песня «Энергия». Why can't we decide what to do? I don't want to think we are through. Let's not fall apart. I think we gotta restart. Let's not drive each other insane. I don't want to feel more. You belong right in my heart.
apart, I think we gotta restart. Let's not drive each other insane, 'cause I don't want to feel more pain. I need to feel your presence more than ever. Можно, да. Я решила просто выйти и нормально на всех посмотреть, а то как-то не очень. Всем здравствуйте еще раз. Егор, лучше
Неважно. Окей, хорошо. Что у нас? Да. Следующая композиция у нас будет, угадайте, про что? Про любовь. Называется она «Что такое любовь?». Я не люблю представлять ее на английском, потому что когда я говорю «Сейчас мы сыграем What is love?», сразу все говорят: «О, это будет песня What is love?», так что я перестала говорить. Не-не-не, не сегодня. Так что What is love? Что такое любовь? When you feel it.
Это была «What is Love». Вы не устали? Все хорошо? Такие скромные люди. Что случилось? Давайте один раз похлопаем, чтобы ощутить, сколько тут вообще. Такие люди на сцене сзади меня сидят, что нельзя, нельзя так скромненько. Следующая песня, я немножко предыстории, потому что так ее играть сложно. Все наверняка знакомы, что такое плохое настроение. У кого-то это депрессия и так далее. И в этот момент очень многие люди, которые поддерживают, они говорят, ну вот у тебя какие-то там события происходят. Там разбитое сердце и так далее, ты думаешь, напиши об этом, Алина. И как-то, когда садишься писать и действительно, как это сказать, переживаешь через себя все эти ужасные эмоции, ты понимаешь, что на самом деле есть вещи хуже, которые вне нашего контроля и от которых иногда даже вылечиться нельзя. Эта песня именно о такой болезни, которую не все люди, к сожалению, могут победить.
Just keep hoping, my darling. Keep hoping. Just keep hoping, my Just keep hoping, my
У нас есть еще пара композиций перед тем, как мы покинем эту сцену. Вам хорошо? Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «We Are». Это для меня такой гимн для людей, чтобы они все дружили, независимо от национальности или, я не знаю, культуры, расы, вероисповедания и так далее. Все мы сделаны из одного и того же. Песня называется «Мы». Thank you.
Лев Трофимов на клавишах. Артем Тельников на басу. Артем Тельников на басу. Александр Кульков. Александр Кульков. И Артем Баденко на тенор-саксофоне. Меня зовут Алина Ангеварян. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Мы для вас сыграем последнюю композицию, которая называется «Come with me», что значит «пойдем со мной». Вот. Для этого мне понадобится ваша помощь. Я знаю, что у меня там пришли много друзей, которые наверняка слышали, и там есть еще новые друзья, которые никогда не слышали. Вот. «Come with me». Вы поймете, что там петь, там слов нет, так что будете ориентироваться на Артема. Не переживайте, его соло повторять не надо. Вот. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. You on my life.
Я думаю сейчас, да? Давайте попробуем. Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa. I need to close you on my life. Только вместе, а то это странный ансамбль у нас получается. 3-4. I need to close you on my life. Там на другой стороне зала происходит. Давай, вы что, недостаточно выпили? Давайте. Ага. I need to close you on my life. My life, my life, my life. You are the reason of my life. My life. I need to close you on my life. Давайте еще. Артём Тильников на басу, Александр Кульков на барабанах, Артём Баденко на саксофоне. Меня зовут Алина Гибарян. Спасибо всем огромное, что пришли сегодня. Спасибо и надеюсь, до скорых встреч.